Здорово всем, друзья, с вами я, мистер Чир, и мы с вами продолжаем карьерку за вратаря в NHL 21. И, как вы уже знаете по прошлой серии, мы немножечко накосячили и вылетели во второе, получается, звено вратаря, то есть мы стали вторым вратарем, но для этого нужно всего лишь, чтобы вылезти из этого, нужно всего лишь выиграть одну игру, уверенно выиграть, и тогда мы вернемся в... Первые голкиперы команды. Ну, а если быть всегда на позитиве и нужно искать везде позитив, то у нас процент отбитых шайб теперь 0,88. Это уже плюсик. Ну что, погнали? Ну что, New York Islanders, подаришь ли ты нам очки звена или нет? Нам нужно всего лишь какие-нибудь простые бросочки по воротам. Не нужно напрягаться. Нужно просто нам радоваться и все. Тарасенко. Бросок мимо. Бросок. Мимо. Аккуратненько. Ребят, вы втроем не можете шайбу нормально отобрать. Гусев. Первый бросок. И тут отбили. Хорошо. Воевали шайбу Нью-Йорк Айлендерс. Удаление будет? Да, будет удаление. Мы на скамеечку. Ну... Ну. Ну, блин, не дали убежать. Две минутки большинства мы с вами проведем. Теперь нужно реализовывать. Теперь нужно открывать счет. И тогда будет все замечательно. Шайба! Нет, не в воротах. Шайба летела в створ, но голкипер справился. Донато! Шайба у Парика. Парик расстается с шайбой. И выбрасывает ее подальше. Аккуратно, там игрок набегает. Бросок мимо. Уже минуту мы в своей зоне провели, хотя играем в большинстве. Ну вот, Силверберг, передача Линдестрёму. Линдестрём не раскачал вратаря. Донато. Донато из-под своего же бросает мимо. Подбор. Бросок, хорошо играет Парик. Бросок. Передачу на дальнюю. Нет. Оставил шайбу для соперника. И выход один на один от Стила. Стил! Стил! Нет, не переиграл. Тарасенко добить! Шайба в воротах! Дюклер забрасывает шайбу в пустые уже ворота. Голкипер был отыгран. А голевую засчитают, конечно же, на Тарасенко. Отлично, отлично успел здесь сыграть на добивании, и никто из защитников Нью-Йорк Айлендерс не подстраховал Парика, и все, закончилось для нас хорошо. Гусев, шайба заброшена, можно было кричать, если бы я не передвинулся влево. Дюклер, шайба в воротах, блин, я опять просмотрел все. Я опять все просмотрел. Давайте повтор. С разворота в ближний угол. Хорош. Барцал. Аккуратно, Боуи, Андерсон, Ли. Ну блин, мы же ее взяли, ну как? Мы же ее отбили. Ай-яй-яй, ну проскочила под мышкой. Мэтью, ну как ты так нам забросил? Давай посмотрим на повторе. Обидно, когда ты уже цепляешь шайбу, но она все равно залетает. Передача, и Терри мог сейчас забрасывать третью. Немножко не получилось. Кулак.
Мимо. Вернуться в ворота. Отбили. Заканчивается время. И, кстати, было очень опасно, если бы он сейчас добивал. Еще если в касание, было бы вообще очень-очень горячо. 9-5 по броскам. Ну, блин, мы пропустили. Обидно, конечно, что пропустили шайбу. Нужно, чтобы мы сейвили и еще раз сейвили. Чтобы очки звена добавлялись. Ну, конечно же, процент отбитых шайб тоже должен расти. Рикошет. Паулер на Тарасенко. Бросок, парик. Выигранное вбрасывание. Передача Тарасенко. Шайба в ворота. 3-1. Хороший бросок. И 36-й гол Владимира в этом сезоне. Давайте посмотрим на повторе. Выигранное вбрасывание. Защитник сразу же дает передачу на Тарасенко. Тот в касание в ближний угол. Замечательно. Замечательно. Андерсон. Забрал. Прижму. Пофигу. Не дали бросить, сейчас дали. Аккуратно, шайба у нас. Прижму. Удаление. Зачем ты держал его руками? 2 минуты меньшинства. Отбил. Ли. Бросок в ближний угол. Закрыто. Забрали. Андерсон. Ух, это что? Бросок свой же мешает. Шайба вышла. Тарасенко. Тарасенко. И есть бросок ближний. Подбор. Аккуратненько. Ну, тут переиграли. Да. Мне кажется, если бы я даже лег, я бы не забрал эту шайбу, да? Просто на скорости пролетел. Хорошо. Палат, передача отличная. Тоффоли! Было красиво, но почему-то броска не дождались от Тоффоли. Очередное удаление? А, только уже у New York Islanders. Окей. Удаление? Окей. 5-3 целую минуту играем. 26 секунд. В этом периоде. И остальное перенесется на следующий. Ну все, заканчивается период. Забросить не удалось за эти 26 секунд. Попробуем реализовать в следующем периоде. 17-11 по броскам. Очень плохо. Очень плохо. И бросок ближний. Парик. Тил. Уже назад отдать. Он дает на Тарасенко. Тарасенко на Дюклера. Бросок. Подставленная клюшка. Парик. Можно было сразу же направо отдавать. Неплохо. Силверберг. Аккуратно. Боуи забрал. Приезжали. Первый бросок, мне кажется, в этом периоде был нанесен по нашим воротам. Ну, мы простаиваем. А это не всегда хорошо. Тем более тогда, когда нам нужны сейвы. Тихо. Удаление. Ну, New York Islanders создает себе сам проблемы. Конечно, они вряд ли отыграются уже. Хотя, знаете, одна шайба всего лишь. Одна шайба шальная залетит и все. Учитывая, что они будут играть и в атаку, и в меньшинстве. Поэтому лучше не зарекаться. А в атаку в меньшинстве они идут намного лучше, как я вижу. Тарасенко. Тарасенко сам в дальний, штанга. Аккуратненько. Мимо. Прижать. Бросок. Добить. Еще. Нет, парик. И бросочек точно в голкипера. Ой-ой-ой.
Отбили. Два защитника и, блин, от них несколько рикошетов, и чуть в ворота не залетела шайба. 7 минут до конца. Удаление. Да, Айлендерс что-то сегодня не подъехал. Хоть и забросили две шайбы, но как-то они где-то не здесь. Ну и мы не можем реализовать большинство никак. Фаулер. Нет, вот сейчас можно было подставить клюшку. Фаулер. Стил или кто там? Да, стил был. Тарасенко. Тарасенко, Тоффоли. Подбор. Тоффоли в ближний угол. Девяточка. 4-2. Ну, наконец-таки реализовали большинство. Очень красивый гол в ближний угол. Хорошо попал, хорошо. Забрал. Перекатиться. Хорошо. Заблокирован. Закрыл. Катили. Отбил. Хорошо. Выйти из зоны. Мур. Гусев. Мимо. Закрыл. Прижал. Минута 20 до конца. Буквально-таки через 20 секунд будет снят голкипер. И там будет жарко. Проиграем вбрасывание. Кулак. Вот снят голкипер. Шайба за ворота отправляется. Отбил. Вернуться. Выше. Рикошет. Отбили. Все, шайба выходит из зоны. Бросок по пустым воротам. Шайба в воротах. Тоффоли это делает. Счет становится 5-2. Уверенная победа. Даже по пустым воротам повтор. Смотреть не будем, но прижали они нас в концовочке, прижали. Надеюсь, там двадцаточка бросков будет по нашим воротам. Иначе немножечко подпортим статистику. Тоффоли. Передача на дальнюю. 5 секунд. Победа. Это хорошо. Плюс 310 очков. Итак, смотрим. 20 бросков есть. Слава богу. Слава богу, 0,90... процент отбития будет. Это хорошо. 9 бросков они, кстати, нанесли в третьем периоде. Довольно-таки неплохо побросали. Сейчас надеемся на очки звена, что они добавятся, они отнимутся. Все вы понимаете, да, как у нас это работает? У нас могут и отнять за победу. Счастливыми в раздевалку входим. Будем ли мы счастливы от оценок? 117! What are you doing? Это почему так? Тренер? А что произошло? Может, кто-нибудь расскажет нам, что произошло? Непонятно, непонятно. 117, прикиньте. Прикиньте, 117 плюс. Это когда было такое? Я в шоке. Вот это красота. Мы вновь первые в команде. Вот так вот. Буквально-таки одну игру нужно было отыграть, да? Вот. Ну что, ищем нашего следующего соперника. Я думаю, Монреаль это хороший соперник, нет? Не мы будем играть, ну ладно. Ну ладно. Выиграли, кстати, с каким счетом? 2-1. Ну такая, знаете, неуверенная победа. Матч с Детройтом. Так, новая беседа с тренером. Тренер, слушаю вас. Василий, ваша игра дала тренерскому составу повод внести какие изменения. Мы думаем, вы готовы вступать в основном составе. Ну, это понятно. Ребята передо мной делают так, чтобы я все время видел шайбу. Это заметно упрощает мне жизнь. Ну, как сказать. Каждый раз, когда я встаю на ворота, я даю команде максимум шансов на победу. Мне даже странно, что мы побеждаем, когда я не выхожу на лед. Вот так вот ответим.
Победа в игре не только ваша заслуга, это командная работа. Кто-то должен забивать, а кто-то должен останавливать шайбу. Это вы. Тренер, мое второе имя – кирпичная стена. На воротах я действительно как стена. Пропустить не более 2 голов в следующей игре. Не стоит сомневаться в моем вратарском мастерстве. Если шайба пришла ко мне, вероятно, ее никто не останавливал. Ее никто и не останавливал. Окей, вот так. Пропустить не более 2 голов в следующей игре. А давайте мы себе цель поставим. Я знаю, вы справитесь, так держать. До встречи, тренер. А что мы постоянно без задач да без задач? Давайте с задачками поиграем. Чё? Нам не страшно. Нам не страшен волк, как его малюют, понимаете? Вообще, если честно, страшно. Итак, матч с Детройтом у нас. 29-я строчка. Мы, кстати, на второй. Давайте посмотрим точно статистику. Как там смотрится наша команда. От Ванкувера отстаем буквально на 1 очко. Офигеть. Офигеть, на 1 очко, друзья, отстаем. Вы понимаете, мы в лиге можем быть первые. Это просто великолепно. Ой, всегда пропускаю одну. Итак, Сент-Луис, единственная команда, которая нас может догнать. Да, все остальные нас догнать не могут. Вот так вот. Вот так вот. Нам нужно сейчас Детройт обыгрывать, и тогда будет все замечательно. Ну что, Детройт? 2 шайбы ты нам не забросишь? Нам просто не нужно больше. Поэтому давай аккуратненько отыграем эту игру. И спокойненько мы вас обыграем. Задина. Забрали. Тил. Раз. Тоффоли. Бросок. Добить. Хорошо. Открываем счет в этой встрече. Но, если честно, вот с Детройтом мы вроде за вратаря давно не играли. Но мы все знаем карьеру за защитника, где Детройт показывает себя во всей красе. Поэтому я надеюсь, что задачу тренера мы в этой игре выполним. Красавчик Тоффоли. Закрыл. И тут перекрыли. Хорошо. Отбили. Да на то можно перевести. Нет, бросает. Добить шайба. Ураска. Штанга. Повезло. Фаулер. Точно в голкипера. Фонтуа, передача на дальнюю, замкнуть Терри. Неплохо, голкипер справляется, еще и быстренько расстается с шайбой Раск. Аккуратненько, здесь может быть бросок. Ацари бросает. Не успел почему-то отдать, хотя я нажимал. Тимашов. Забросик такой. Чаловский. Тимашов мимо. Закрыли. Подобрали. И никому шайбу не отдали. Закрыл. Шайба. Где шайба? Где шайба? Все хорошо. Перекрываем. Хорош. Хорош, Стоун. Дюклер. Последняя секунда. Бросок. Заканчивается первый период. Мы ведем 1-0. Что там по броскам? 5-7. Детройт даже нас перебросал. Ничего себе. Неожиданно. Расмуссен. Не дали ему бросить, но шайба все-таки в сторону ворот была направлена. Фаулер. Фаулер! Что творит защитник? Ну вот. Просто где оборона Детройта? Вот что за защитника карьерка у нас? Вообще никакой помощи. Что вот здесь? Посмотрите, он просто спиной стоит и показывает пятую точку Фаулеру. Ну а пятая точка точно не защитит ворота. 2-0 мы повели. 2-0. Неплохо. Развернулся неплохо.
Ой, а что это? Я так дернулся, это странно. Ё-моё, это моя ошибка. Это моя ошибка, я видел, что я открыл угол, но зачем я это сделал? Я думал, будет подставленная клюшка или что. Я не понял вообще, как мой мозг сработал, что я дернулся вправо, а не влево. Что со мной было сейчас? Ну ладно. Бывает, бывает. Но вы знаете, да, что нам пропускать больше нельзя. Моя ошибка привела к этой пропущенной шайбе. Но, честно, мой мозг сработал в одну сторону, руки сработали в другую. Очень странно, да? Но, видимо, уже пора в психиатрическую больницу. Стил! Паулер вкатил. Отдал передачу Комтуа. Комтуа добить шайба в воротах. Но забивает не Комтуа, забивает Лендестрём. Забивает Лендестрём. Бросок. Ну да, там несколько игроков били по этой шайбе. И все-таки шайба в ворота залетает. 3-1. Становится счет. Жесткий силовой. Бертуцци шайбу в зону вводит. Бертуцци бросок. Отбиваем. Палат. Тоффоли в ближний угол. Донато. Бросок. Добить. Шайба в воротах. 4-1. Очень легко дается нашим парням атака. Хорошо себя показывают. Смотрим на повторе. Вкатывается бросок и на добивании. Спокойненько. Уже Тарасенко загоняет шайбу в ворота. Ну, если честно, эта игра идет в актив. То есть эта игра идет на выполнение задания. И, если честно, я в шоке, что именно вот так вот она нам дается легко. Ну, конечно, посмотрим, что будет в конце периода и в следующем третьем периоде. Все может поменяться с головы до ног. Поэтому ждем. Ждем, может быть, Детройт сейчас включится. Стил. Стил, передача. А, передача, еще одна шайба Тарасенко! Опять же, потрясающе разыграли. Замечательно. Вторая шайба Тарасенко в этой встрече. 38-я в сезоне. Оставалось только подставить клюшку и попасть. Тут может быть опасненько. Закрыли! Повезло. Повезло, ой, как повезло. Тарасенко куда-то в сторону ворот набросил. Итак, друзья. По броскам 18-10. 10 бросков Детройт нанес по нашим воротам за 2 периода. И я могу сказать, что не должно было быть пропущенных шайб, если бы не мой косяк. Хотя, если бы нам не повезло в последнем броске, то одна бы шайба точно залетала. Поэтому ладно. Одну шайбу Детройту разрешаем забрасывать. Аккуратно. Чаловский бросал. Аккуратно. Еще раз скажу. Аккуратно, друзья. Ну, спокойнее. Ему нужно себя вести. Все, Детройт включился, кажись. Броски издали. Опасные отскоки от борта. Гул. Все-таки его диктор называют Гул, поэтому будем его называть также Гул. Не Гули. Хотя Гули звучит как-то более приятно, чем Гул. Что значит Гул, да? Ну, ладно. Дали такую фамилию, так пусть живет с ней. Бертуцци. Бертуцци. Аккуратно. Уф. Штанга. Ничего себе. Ну и Доната один в один будет убегать. Ну не хватит ему скорости. Не хватит. Забрали. Хорошо. Бросок. Нет. Не смогли в ближний угол бросить.
Отбили, штанга. Уф. Блин, я думал, мы отбили. Это опять штанга. Ну, нам везет. Нам везет. Терри. Терри переиграл. Бросок добить. Комтуа почти. Почти получилось. Забрали. Прижали, никому не отдали. Ой, жесткий силовой. Палат. Перекрывали, кстати, обзор голкиперу. Доната, шайба, передача на пятак. Опасный бросок в ближний. Фаулер. Фаулер, ну зачем этот передача? Можно было самому бросить. Дюклер, передача. Тарасенко, хэт-трик. Тарасенко, хэт-трик. Вот так вот. Третий гол сегодня, 39-й в сезоне. Дюклер отдал передачу на дальний пятак. Тарасенко немножко прокатил. И в девяточку шайбу эту отправляет. Фух. Две игры довольно-таки, если честно, легкие. Я бы не назвал их сложными. Но в предыдущей игре в конце было тяжело. Шайбы были сложные. Там немножко потащить пришлось. Сейчас Тарасенко мог и покер оформлять. Дюклер. Неплохо сыграл, но шайбу потерял. Но я думаю, что за 4 секунды уже нам 2 шайбы не забросят. Поэтому задачу тренера мы выполняем и выигрываем игру. И сейчас мы с вами посмотрим, сколько же бросков. 13 бросков всего лишь было нанесено по нашим воротам. Это получается 0,91-0,92 где-то процент отбитых шайб. Сейчас мы с вами увидим. Главное, чтобы тренер сейчас такой: ну, я думаю, вы здесь не должны были пропускать, я вам очки звена минусую. Но, если честно, мы не должны были пропускать в этой игре, и должен был быть сухарь. Но мы все-таки умудрились пустить шайбу в синей линии и немножечко свою статистику подпортили. Ну, плюс 14, хорошо. Хорошо, спасибо, тренер. Я, если честно, рад. Даже плюс такому количеству очков. Учитывая, что ты в прошлой игре нам очков надавал. Ну что, общение с тренером будет? Да. Тренер. Если вы и дальше будете так играть, на ваших зарплатных чеках начнут писать кирпичная стена. Е-бой. Это мне нравится. Я же говорил, что именно я лучший. Наш шанс на победу в каждом матче. Если я буду так играть, никто не осудит меня в случае проигрыша. Кажется, мы не зря взяли вас в основной состав. Так держать. До встречи, тренер. Ну, еще бы очки звена добавить, да? Я просто вот за очки звена здесь больше всего переживаю. Вот очки звена для меня это, наверное, самое главное сейчас в этом сезоне. И я надеюсь, что благодаря этим очкам мы попадем в плей-офф основным голкипером. Прям молюсь, чтобы так все и было. Итак, друзья. Следующая серия у нас получается в пятницу. Приходите обязательно и смотрите, кто еще не подписан. И, конечно же, не поставил колокольчик. И не ставит лайки, и не оставляет комментарии. Под каждым роликом обязательно это сделайте. Но мы с вами увидимся уже в эту пятницу. Всем пока!